Всем привет! С вами представители команды Black Desert Анна и Тесса. Очень рады снова встретиться с вами спустя долгое время. Очень приятно. Анна, ты знаешь, на прошлой неделе проводился ивент пресс-издания Асашина. Верно. А 2 сентября Асашин уже появился в глобальной версии Black Desert. Это 20-й персонаж в мире Black Desert. Он способен управлять песчаными бурями благодаря силе Ааля, исконного бога Валенсии. О, круто! А ты участвовал в предсоздании? Конечно. Я на прошлой неделе создал Асашина сезонным персонажем, чтобы получить все награды сразу. Может, ты основу поменяешь? Нет, но пока подумаю. Надо посмотреть разы, какой персонаж, и потом посмотрим. Я думаю, что Асашин понравится многим игрокам. Кстати, к выходу нового персонажа команда подготовила много различных ивентов как в игре, так и в социальных сетях, поэтому не пропускайте, принимайте участие. И еще одно. Мы в благодарности всегда поддерживающим и любящим Black Desert игрокам подготовили купон, который можно увидеть сейчас на экране. Используйте купон до 9 сентября и получите приятный подарок. Мы чуть не забыли про важную новость. Аделита. О, да, кстати, новая локация будет уже открыта 7 октября. Этого года. Этого года, да. Кстати, у тебя гира достаточно для прохождения основной цепочки? Разумеется. 610 минимум, верно? Да, правильно. Пойдем вместе? Конечно. Только без меня не проходи. Мы стараемся больше с вами общаться и проводить много различных интересных ивентов. И мы следим за вашими отзывами и пожеланиями. Поэтому вместе сделаем Black Desert лучше. А теперь пора встретиться с новым персонажем. Да, с вами были Анна и Тесу. До встречи! До встречи!